Ну вот, наконец мы в Тузле. Чё-то там дальше, я не знаю. Ну вот мы в Тузле. Тузла. Что это? Это район. Район Стамбула. Непонятно где. Далеко от Стамбула, но зато на море. Вот так вот весело и красиво у нас. Биопорт. Торговый комплекс на берегу моря. Вот такой вот одноэтажный, но очень широкий, большой и красивый. Даже со своей рекой. Все это на берегу моря. Симпатично. Вот так вот, тут прямо вот около торговик и яхточки припаркованы. Можно приплыть, пошопиться, покушать и уплыть. Танюшка пошла купаться. Кто это? Как вас зовут, мадам? Не бойтесь. Давайте дружить. Яхта или подводная лодка? Здравствуй, мраморное море. Мармарай-Си. Первый раз мы его видим. Вот, конечно же, в Стамбуле везде такие вот. Они любят кошек, и у них есть такие домики. Повсюду они их подкармливают. Заботятся. А вот этот товарищ не прост. Это боец. Вот у него уши драные. Он молодец. Такой прям боевой. Выживать только. Ну, пожалуйста. Доброе утро. Это что, хостел? Вот такая вот табличка IBB Wi-Fi означает, что здесь есть бесплатный Wi-Fi. Пароль вам должен прийти смс-очкой на телефон. Попробуем его проверим. Ну и везде в Стамбуле такие штучки должны быть. Мы пока нашли у себя в Тузле. Тоже яхт-клуб. Поменьше. Для людей попроще. Ворвались мы на воскресный рынок. Сейчас чуть-чуть покажем. Гигантские площади, есть все, что хочешь. Одежда, любая еда, соленья. Огурчики, помидорчики, капуста, аджичка, долма, сыры, лучшие одежды и все, что хочешь. Баттер, do you have butter? Поищем масло сливочное. Думали масло, а оказался сыр. Думаю, может взять. Какие гранаты, бомба. Что, берем орешки? Пробуй. Килограмм 200 рублей, надо брать. Can you have half kilo? Half kilo. Я Огни. Грызем чуть-чуть. Ну, красавчик. Так, ну вот мы в центре Тузлы, пытаемся разобраться, какой транспорт нас повезет до дома. Есть автобусы, есть маршрутки. Но маршрутки отличаются не по номерам, а по цветам. Вот едет наша, у нее зелененькая макушка. По идее, должна довести нас до дома. Ну что, похоже, что наша маршрутка, но точно мы не знаем. Сейчас проверим, куда мы приедем. До дома. Прекрасный первый опыт с маршруткой. Дело в том, что есть автобусы с номерами. У них ограниченное количество маршрутов,
и там платишь карточкой стамбульской, и можешь посмотреть их движение, допустим, в Google Maps, да. И много маршруток, их намного больше, и у них разные маршруты, они заезжают в разные места. Маршрутки синенького цвета и меньше. Там ты можешь платить наличкой, но у них нету номеров, на них просто написано районы, вот, которые они проезжают. Поэтому... На турецком. Ну, на турецком и немножко на английском, да. Нужно знать, куда тебе надо. Но они отличаются по цветам, у них разные цвета шапки. Хорошо, если тебе сказали, какой цвет идет в твой район. Нам подсказали, была зелененькая шапка. И мы знали название района, и нам удалось с моря вот доехать до нашего райончика. Мы живем не на море просто, немножко в стороне, но транспорт работает отлично, немножко волнительно, потому что первый раз, но в целом класс. Как-то так.